Всем привет, ребят! Ну что, есть новости по поводу плюх на День Замковладельца. Он будет 12 числа. Честно скажу, плюхи вообще просто, я ору с этих плюх. Бомжи-плюхи я их так назвал. Посмотрел на них, стало, конечно, смешно. Как обычно, у нас героя нет. В группе Castle Clash опубликовали несколько видосов. Ой, говорю видосов, фоток. Сейчас я вам их закину, покажу. Есть в официальной группе и во второй Castle Clash Info. Сейчас мы посмотрим на эти плюшки. В общем, первая картинка у нас вот такая вот. Это в официальном паблике нам дали картинку. Что же будет на День Замковладельца? И можно увидеть, что будет сменка, вроде как бы смена чар, сумка первая, скорее всего, с кристаллами, пыльца на титул и камешки для прокачки. Потом, если дальше перейти, оно так и в принципе и есть. Давай, открывайся. Вот так вот, такая вот картинка у нас. Ну, честно скажу, раньше давали хотя бы героя, давали. И вот это вот реально был самый основной подарок и плюс от этой акции. На сегодня это просто печаль. Ну, и в итоге еще в Castle Clash Info у нас закинули картинку, сейчас тоже вам ее покажу, с количеством плюх. С этого я, конечно, орал. Вот так вот. Вот такие вот, ребятушки, плюшки на День Замковладельца нас ожидают. 10 пыльцы. Я не знаю, на немке мне с акцией там 10-20 дают там практически каждую неделю. То с календаря, то еще откуда-то. Там пыль просто идет. 3 карты смены. Ну, круто, ладно. Эти карты можно также купить в гильдейском магазине без проблем. Получить можно было их с ежедневных выполнений. Я не помню, как там оно называется. Там 3 раза у нас можно было делать. 5 камней. Ну, честно говоря, без доната эти камни и так без проблем фармят в локации за пределе. Кто туда бегает с нормальной силой и нормальными пачками, показывал как. Без проблем это фармят. 1 кристаллов, ну, на сегодня это уже, честно скажу, ну ни о чем эти кристаллы. Во-первых, их можно и так достать. Надо апекс камни. Ну, то есть такое ощущение, что они дают то, что уже по сути нафиг не надо. Ну, 1000 камней, если разобраться, то да, это нормально. Это сколько у нас там порядка? Дофигища. 400к получается. 400к кулаков, но если так их покупать, но их тут никто не покупает, их можно вытащить без проблем с сундуков пятых. Ну, на халяву у меня, скажем так, на бездонатах этих камней валом, хватает их. Ну, они дали нам 1к кристаллов этих. Что там у нас еще есть? И 50 значков на прокачку титула. Ну, блин, ну, камон. Уже давным-давно можно было что-то поинтереснее. Я бы, например, ну, дайте по 100 пыльцы. Не по 10, дайте 100. Ну, что человек, что без доната за 100 пыльцы реально вытащить? Да нифига он не вытащит толкового. Ну, возможно, кому-то повезет хоть какие-то итемы, плюшки вытащить. Реально это будет кайф. Кто-то сможет что-то дособирать. Ну, вот раз в месяц, ну, это не такой большой вариант. Не спускайте цены на рынке, блин. Держите цены на рынке, на плюхи, чтобы оно было, ценовая политика держалась. И дайте этих 100 пыльцетой, 100 осколков, блин. Ну, это вообще фигня на сегодня. На героя надо в районе 4к в реалии.
Если вы даже дадите каждый месяц по 100, то человек, который играет целый год, ну, допустим, можно сделать там как-то по-другому, чтобы за входы было, да, там 100 пыльцы, то есть чтобы человек, либо за какие-то квесты, там, я не знаю, ну, есть возможность, чтобы у вас без донаты у них был интерес играть. Можно это все реализировать так, чтобы человек заходил, играл и знал, что он получит какие-то плюхи и будет от этого в кайфе. Ну, 10 пыльцы, это просто вот, я не знаю... Вот я специально сделаю видос, что же мне выпадет за 10 пыльцы на разных аккаунтах. Ну, это просто смешно. Камни эти тоже, ну, по сути, без донатом, да, они надо все, это все для без доната, классно, круто. Ну, блин, дайте 5 камней там или 6 камней, дайте на прокачку 14 скилла. Многие без доната уже дошли до этого, этих камней, ну, реально нету возможности без доната как их достать. И некоторые ребята могут себе качнуть. Некоторые уже покачали, дальше они не могут прокачать из-за этих камней. Опять же, вопрос. Карты сменки. Ну, что такое 3 карты сменки? Я уже столько карт переролил, но это тоже, опять же, ни о чем. Дайте 10 карт. Пусть без доната там на 10 героях там сделают хотя бы как минимум 4-4. Это, ну, никак не повлияет на игровой процесс. Ну, опять же, эти желтые камни пламени, по-моему, или как они называются. Дайте их, блин, ну, дайте 5000. Ну, дайте лучше Apex камни, за которыми все гонятся. Реально у всех без донатов проблема с этими Apex камнями, самыми последними, третьими для прокачки. Нафиг вот эти вот желтые. У меня их тоже дофига на без донаток осталось. Ну, они просто нафиг. Да, можно там типа качнуть еще одного героя, это халява. Но, блин, дайте то, чтобы человек хотя бы что-то доделал до конца. Хоть какого-то одного героя собрал и мог собирать другого. То есть, ну... За таланты титула, ну, это такая тема, которая, ну, вообще, по сути, нахрен не всралась. То есть, вот этих вот 50, это вообще ни о чем. То есть, то, что вы выбите с линии обороны, и то, что вы получите вот этих вот 50 штук, ну, это вообще ничего не решит проблему, честно скажу. Потому что дальше идут такие расходники, что вот этих вот 50... Они у вас будут, ну, по крайней мере, без донатов будут лежать, наверное, полгода, а то и год, а то и до того времени, когда они забросят игру, потому что там надо 5 миллионов кулаков, там надо дофигище по 10 миллионов, там по 5, по миллиону, там столько надо ресурсов, расходников, что вот этих вот 50, они просто нафиг не всрались, честно, вот, возможно, там какие-то мелкие качнут, но, по сути, оно, опять же, ничего не влияет, уберите это, дайте, блин, дайте... По, не знаю, по 1000-2-3 самоцветов, блин. Вот просто дайте самым. По 2-3 тысячи, это не проблема, это вообще ни о чем. Люди и так копят, но дайте просто эти самоцветы, и люди будут довольны. Нет, нам, как обычно, суют всякое говно. И говорят, это мега крутой праздник. День замка владельца, да, плюшки бездонатные. В реалиях, если посмотреть с большой стороны, что это все круто... Это халява, но если посмотреть то, что дают на некоторых серваках, и вот это вот Clash of Days, который они рекламируют как, типа, мега крутой день, там, мега день замковладельца, это наш крутой праздник, то вот эти вот плюхи, это точно такое же говно, как и было на Новый год, когда дали по 300, по-моему, золота и маны, или по 200, там, и самоцвета, вроде, я не помню уже, что там давали, но сама суть, что там такие были говняные плюхи, что просто все засрали их. В итоге у нас это все продолжается. Раньше у нас давали героев, и это было реально круто, все были довольны, потому что была возможность собрать Стрелка, Ронина, Анубиса, кого там, Боржейна, по-моему, давали. То есть давали героев, которые вроде и есть уже, они уже, по сути, и не актуальны, но на многих аккаунтах, особенно на аккаунтах новичков, это надо. Дайте возможность собрать еще, то есть неважно, вот вышел бы, вот, допустим, следующий месяц, дайте те герои, которые даже были, повторки, дайте Стрелка, дайте Анубиса, это пригодится для тех, у кого этих героев, там, допустим, он их делает эволюцию для бездоната, да, ему надо там повторка, для тех, у кого нету, это опять же будет возможность получить этого героя, потому что все, кто играли там полгода назад, получили до хрена героев плюх, а те, кто пришли новички, они нифига не получают. Вот, и в итоге получается тоже такой дисбаланс. Ну, в общем, не знаю, вот такие вот, ребятушки, плюхи. Я жду обновы просто, чтобы побомбить и определяться с этой игрой, потому что, ну, это просто бред. Они просто ее всрали, засрали донатом, засрали
непонятными локациями, которые нахрен не фармятся, и их реально сложно пройти. Нереально пройти, то есть, ну, просто самый настоящий бред. И у нас появилась куча багов. Это самая моя последняя любимая тема, это баги. Их дофигище просто, их просто не решают. Добавляют новые локации, делают вроде обновы каждый месяц, но эти обновы нафиг никому не всрались. Люди из игры уходят, и они этого не понимают, они лепят рекламу. В итоге мы имеем полную помойку. В общем, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.